Ну что, дорогие друзья, всем привет! Ровно день, ровно один день прошел после того, когда я выбил этого чувака, Леона. И на данный момент у меня 290 кубков. Сейчас я на видос сделаю 300. К чему это я? На самом деле 300 кубков, ну, это не то чтобы прям высоко, но тем не менее это хороший результат. Тем более для первого уровня. Он у меня первого уровня. Понимаете, первый уровень это очень мало хитпоинтов, это небольшой урон. Ну, собственно говоря, тяжело играть, да? Я знаю чуваков, которые первыми уровнями там 500 кубков апали. Я знаю чуваков, которые на Леоне уже 900 кубков апнули. Но я не топ игрок, а прошу обратить внимание. Я еще начинающий, я еще учусь, я еще не опытный игрок. И для меня 300 кубков на первом уровне это очень хороший результат. Ну... Дело ли во мне? Нет, дело не во мне, ребята, дело именно в этом чуваке. Я не знаю, его уже все ненавидят, его все ненавидят. Я вот когда играю, все кимятся против меня, чтобы меня быстрее ликвидировать с арены, чтобы я никому не мешал. Потому что реально очень крутой чувак, очень крутая карта, точнее персонаж, и он очень имбовый. И я уверен, что его разработчики должны хоть немножечко, но пофиксить. В общем-то, я хочу также первым уровнем продолжать его апать, и пока что не спешу его прокачивать на выше, поэтому поехали. Конечно, у нас тут карта не очень подходящая для него, я бы так сказал, прям вообще анти-Леон, потому что там в основном булы да шелли, но мне осталось 9 кубков, как-нибудь аккуратненько я их доапаю, прямо сейчас на видос. Поехали в бой. Серьезно, вот в этом режиме, вот был режим только что до этого, шоудаун, где падают метеориты, вот там его было изи апать, но он, к сожалению, закончился, и мне приходится его теперь доапывать здесь. Здесь реально очень тяжело, тут в основном кусты, тут его способность не особо-то решает, тут все как бы в инвизе, да, то есть все под способностью, можно сказать. Но тем не менее, он очень быстрый, его не только, его имбовость заключается не только в его способности, а еще и в скорости передвижения. Скорости атаки, его хитпоинтов на первом уровне реально у него очень много, очень хорошая характеристика, очень хорошая статистика. И, блядь, он, сука, я представляю, какой он на 10 уровне. Там еще пассивка для ускорения ходьбы, это, ну это просто, просто лютая хрень. Я не знаю, он перемещается, наверное, со скоростью света на арене. Так, там, короче, движуха такая серьезная. Блядь! Зря я подошел. Хотя, стоп, я умер шестым, 0 кубков. Да, 0 кубков. Фух. Вот видите, да, тут очень тяжело на этой карте. Тут больше мне надо играть в пассив. То есть, реально, мне не очень надо бегать тут, где-то встать в кустах и тупо выжидать. Потому что, ну, это не его карта. Он реально тут не тащит. До кустов, до центра еще можно поиграть. Но опять же, смотря против кого. Если тут рикошет или динамайк тебе подберется, ну, по над стенками приоритет однозначно будет у динамайка с рикошетом. Но тем не менее, этот универсальный персперс, он для меня, прямо не знаю, лучшим. Он стал любимым на данный момент. И однозначно, вот если меня спросят, вот до этого спрашивали, у меня мнение всегда расходилось. То сейчас, если спросят, Холди, какой твой любимый браулер? Ну, безусловно же, Леон. Смотрите, как быстренько передвигается, очень хорошо минсовать, прочее. Так, оп, отлично. Так, 9 еще бойцов живы, опа. Конечно, еще отдельный видос будет по Дэрилу. Дэрил это стал реально очень крутым персом. Если до этого, я бы сказал, самый худший персонаж, у которого есть, ну, самый худший персонаж с ультой, ну, у него самая хреновая ульта была, на мое мнение, он реально какой-то конченый был. Ну, ты используешь ульту, ай, ну, ебан, ну, иди нахуй, буль, ну, ты, сука, конченая мразь, 9 банок, откуда ты вылез, минус 3 кубка. Продерила, да? Если раньше он использует ульту и просто туда-сюда его хрен определишь, где он остановится, то сейчас... Он реально очень имбовый. То есть у него сейчас ульта сама по себе, во-первых, копится. Это раз. А во-вторых, он теперь на меньшую дистанцию реально может подойти к любому персонажу. То есть, ну, гораздо лучше, чем Бул, как по мне. Ну, не гораздо, но лучше. Блин, я опять зашел в кусты. Нахрена, надо уходить отсюда нахрен. Ну, его в жопу. Шелли, он уже Бул, смотрите, видите, я и не заметил, откуда он взялся. Очень тяжело тут будет апнуть мне 300 кубков, но сейчас как-нибудь апнем. То есть, либо пойду в Game Grab,
либо в Хейст, либо что там, Баунти. Короче, где-то прапы, может, не в ШД. То есть, ну тут, тут реально, тут только повезет мне, если я вот, ну, где-то отсижусь, то есть где-то на пассиве. Но я не люблю, я люблю динамичную игру, я не люблю так сидеть в кустах. Ну, давайте тут посидим. Хотя, опять же, я не хочу сидеть, он такой быстрый, как можно сидеть на нем вообще где-то в кустах? Вот тут по-любому кто-то сидит. Нет? Блин, так стрёмно тут бегать. Опа, видите, видите? Нашли, нашли. Да все, можешь не крутиться, и ты мне мешаешь только. Так, слушайте, ну... Сейчас, короче, вот тут уже будет дымок, надо уходить, потому что тут тоже будут поджимать уже. Бля, вот тут уже все тяжело, на самом деле. Мне бы ульту набить. Бля, вот реально сейчас тупо может бул подойти. Ну, хотя уже 5 бойцов осталось, но я не хочу шестым умирать. Мне ульта нужна. Мне срочно нужна ульта. А, страшно, капец. Реально, все меньше и меньше становится области. Так. Так. Отлично. Блядь, ну тупо с... Пятым умер. Плюс один, да? Томас. Мразь, Томас мразь. Есть такой... есть такой артист. Окей, окей, погнали. Плюс один, конечно, там мало. Но там реально безысходность. Нита, она бы меня, наверное, все-таки отымела бы, потому что урон побольше у нее. Вот. А не спрятаться в кустах было, ну, нелогично. То есть, если бы я просто стоял, я бы еще больше палился. Ну, там реально, там надо было просто уйти, наверное. Ну, карта не для Леона. Но я сейчас 300 кубков в любом случае апну. В любом случае апну, блин, этот персонаж, он универсалочка. Просто чем ближе к 300, тем уже тут игроки аккуратнее играют. Динамай, конечно, для меня сейчас очень... Давай затимимся. Если мы с ним затимимся, то, в принципе, да, есть перспектива, короче. Есть перспектива сейчас затащить. Опа. Надо врываться. Хотя не факт, что тут никого нет. Так, я все, я тут вроде один в кустах. Сейчас вот тут проверим. Да, все, в кустах никого нет. Сейчас все контролирую все выходы. Все, я тупо контролирую все кусты. Бля, Шелли, не иди сюда. Не иди сюда, мразь. Ай, ай-яй-яй. Не-не-не, все, я Шелли потерял. Нельзя находиться теперь там, очень опасно. Ну блин, дурачок, давай тимиться. Я тебя не буду убивать, я не крыса. Так. Шесть еще чуваков, блин, на карте. Это много. Надо, чтобы кто-то с кем-то закусился. Ну, блин, очень мешает вот этот, как его. Да, я пойду его отымею. Рикошет, вот. Мне ульту сейчас набить, и все, и я... Раздам. Давай. Отлично. Оп. Скоро ульта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, бля. Ну все. Сами понимаете, я умер. Пятым. Опять плюс один. Эх. Зажали. К сожалению. Плюс один. Плюс три. Я четвертым умер. Ой, да, плюс три. Нормально, осталось 8 трофеев. Сейчас дапаем. Фух. Блин, ну реально, любая другая карта, я бы вообще сейчас бы как черт носился бы. Ну, на этой карте очень тяжело. В центр не зайти, он реально не в приоритете будет в центре. То есть, ну его любой ближник отымеет однозначно. Тем более он у меня первого уровня. Если б ладно там еще был, к примеру, там, ну, 4-5, еще ладно. Хотя он и первого уровня очень имба. Так, я знаю, там за мной бул идет. Так. Мне надо отсюда уходить, потому что, ну, очень опасно тут находиться. Уходим, ну его нахрен. Я боюсь, тупо боюсь. Воу-воу-воу-воу. Бля, тупо бля. Уходим, все, просто уходим. Еще 7 бойцов, нет. Еще рано умирать. Еще рано. О-о, видите, бул настроился меня убивать сейчас. А я резко уйду. Интересно, он там еще ждет меня?
Но он, наверное, подождет, когда дымок поближе ко мне будет. Мне надо куда-то убегать. Мне направо не вариант. Там он в любом случае меня зажмет, поэтому я буду сюда перемещаться. Так, тут никого. Тут никого. Тут никого. Ну, в принципе, можно тут постоять. Тут постоять пока. Повтыкать. Если меня никто не заметил, если я не спалился. Ой, бля, ну это же меня вблизи выиграет. Блин, Шелли, давай. Поджимай ее. Оп, отлично, там минус один. Так. Минус Шелли. Это уже останется 5 бойцов. Бля, она что, не сдохла? Фух, сдохла, отлично. Динамайк добил. Фух, сейчас самое сложное будет. О, там сейчас еще одна сдохнет. Она с ультой, интересно, или нет? 3 чувака осталось. Ну, в принципе. Ага, все, понял. Понял. Значит, там Шелли. Вон она. Так. Так. О, о. Так. Блядь, дайте ульту, плиз. Оп, все. Ха-ха, видели? Тупо, ну, я не знаю. Блядь, тупо пиздец, как она меня убила? Жесть. Жаль, я мог топ-2 взять. А может и топ-1. Осталось 4 кубка. Блин, на нем так интересно играть. Он реально очень интересный персонаж. Так. Фух, 4 кубка осталось. Ну что ж. Первым уровнем. Для меня это хороший результат. Только не это. Я думал, сейчас отъеду первым. Блин, неудачно, там Бул самые интересные баночки заберет. Вверху. А, нет, там одна баночка, нормально. Так, а тут стоит кто-то. Бля, Шелли, нет. Пошел вон, я сказал. Не подходи. Не подходи, мразь. Пожалуйста, отымейте его. Отлично. Не, ну там все. Блин, мне хотя бы пятым сдохнуть. Еще 8 бойцов. Так, уже 7. Но у меня есть способность. Это меня, конечно, чуть-чуть спасает. Ладно, постоим пока тут. Подождем. Может, еще кто-то сдохнет. Так, о, отлично, он Бул один вылез. В принципе, я его могу, да, выиграть? Или не могу? Блин. Он не хочет идти заходить в кусты. Но у него банок нет, конечно, я его понимаю. Давайте его немножечко гнать. Ну реально, его надо уже... Все, отлично. 6 бойцов. 5 бойцов, отлично. Забрал все-таки. Так, ну слушайте. Тот, который... Давайте, оп, в инвиз. Тупо в инвиз. И где? Ага, Бул один там. Там Барли. Я думаю, надо Барли. Не, ну он нахер этого Барли. Я вот тут вот стану. Вот тут. Вроде безопасное место. Там сейчас минус один Бул будет. Так, минус один Бул. Так, отлично. Вот этого чувака 10 банок. Мне тупо надо его избегать. Тупо надо его избегать. Так, отлично. Там, оп, закусились. И пошла жара. Бля, если я возьму топ-1, это тупо сразу... Ес, топ-1, пацаны, топ-1, просто... О, жесть. 7 кубков. 10 банок у Була было. Удачно занял позицию. Все, 300 трофеев. За один день. Друзья, за один гребаный день. Первым уровнем. Да что тут говорить? Ну, реально, он имба. Он имба. Это не скилл мой. Это не опыт игры. Это просто реально... Читерский перс. Очень читерский. Что говорить, если я его прокачаю? Если первым уровнем взял 300 трофеев. Максимум, ребята, в игре 500 трофеев на каждом персонаже. Я взял 300 первым левелом. Фух, дичь. Еще 5 дней будет релиз Brawl Stars. Я вас познакомлю с этим челиком. И я надеюсь, что у меня получится сделать так, чтобы я разыграл этого чувачка среди вас. Ну, то есть я сделаю аккаунт, на котором будет Леон, и я его разыграю.
В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за новостями. Всем, друзья, хорошего настроения и всем пока. Пошел я играть.